Веселенькая история. Я тут лес, через гору моторов пробирался, то есть мучился, старался. Все ради чего? Посмотреть вот на этот моторчик. Сейчас покажу. Вот на этот мотор. Это 2GR. Он рестайлинговый. Как мне показалось, что он в хорошем состоянии. Все такое блестящее. Все такое красивое. Все такое нарядное. Я такой думаю, блин, надо брать. Открываю крышечку, а там фиаско полнейшее. Прикиньте, как обидно. Короче, не буду брать. Да еще и нифига он не до конца рестайлинг, какой-то полурестайлинг. Печаль.